Сегодня Всемирный день информации. Словари трактуют это понятие как сообщение о положении дел или состоянии чего-либо, сведения об окружающем мире и процессах. Впрочем, современный человек может добавить к уже сказанному, что информация – мощное пропагандистское средство и одновременно оружие массового поражения. Особенно острой эта проблема стала с появлением интернета. Сегодня любой пользователь может завести собственную страничку во всемирной паутине и писать все, что ему заблагорассудится. Однако назвать это информацией зачастую вообще нельзя. Мы искренне советуем вам утолять информационный голод посредством официальных и авторитетных информационных ресурсов. Без ложной скромности заметим, к телевидению это относится в первую очередь. Специфика нашей работы такова, что каждое слово имеет наглядное подтверждение. А как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поздравляем коллег с этим почти профессиональным праздником и желаем всем побольше информации, актуальной и достоверной.